не исключая вообще все другие буквы, вам нужно будет очень быстро называть мужские имена. Тот, кто будет, мягко говоря, тупить в пределах там, 2 секунд, того постигнет суровое наказание, нужно будет подходить и целовать в щечку вот этого молодого человека. Все понятно? Давайте начнем. Итак, поехали. А. Андрей. Б. В. Г. Д. Е. Денис, ну вы чуть маленько, да, про этого, поэтому идите, целуйте. Давайте поддержим. Можете целовать куда угодно. Ну, пока ограничимся на щечке. Ладно. Е. Отлично, идем дальше. Йо. Йоги. Кто? Йоги. Кто? Иностранное имя есть. Как еще раз? Йоги. Йоги. Так вот, немецкое, да? Ладно. Ж. Женщин. Женщин. Здорово. З. Зорикто. Круто. И? И краткое? Да. Тут говорят одно, но время-то уже истекло, как бы 2 секунды. А нельзя их убирать? Давайте идем поцелуемся. Какое? Нет, я не буду говорить. Поэтому идите целуйте. Ну как же? Такие правила игры, пожалуйста. Поддержим, пожалуйста. Она вообще решила не участвовать. Ну ладно, самоликвидировалась. Окей, едем дальше. К. Константин. Здорово. Л. Леонид. М. Миша. Н. Николай. Извините. Здорово. П. Р. Роман. С. Т. У. Пойду поцелую сюда, так будет проще. Ф. Ха. Харитон, Харитон. Харитон мог бы быть, да хоть кто угодно, но в данном случае поцелуй. Здорово. Ц. Кто? Круто. Ч. Как вам повезло, да, мы живем в Бурятии, поэтому у нас очень много имен на такие буквы. Ша. Просто признайся, что тебе это нравится, и все. Ща. Ну, придумайте какой-то. Щука. Щука. Идите целуйся. Ну, целуйте все равно. Можете далеко не ходить, твердый знак. Нормально, да. Еще целуете, да? И. Можно было чуть придумать как-то, да? Вывернуться, но время стекло, поэтому, пожалуйста. Далеко не уходить, мягкий знак там еще, поэтому сразу же. Бывает, ладно, пропустим. Э! Ю! Я! Кто? Ярик, ладно, все. Простим вас, поаплодируем, пожалуйста, эти прекрасные дамы. Этому замечательному молодому человеку. У нас есть призы, их немного.